Слава Господу! Я хотел бы сегодня порассуждать на такую, как я считаю, интересную тему. Послание Иакова, 4 глава 6 стишка, здесь написано так: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот об гордости я и хотел поговорить. Это такой интересный subject такой. Как вот разобраться, что ж такое гордость вообще? Ну и прежде всего, какое-то отношение ко мне имеет, потому что мы же вроде все смиренные, ну мы христиане, так, мы стараемся, мы молимся: «Господи, избавь меня от гордости», да? Молились так, все молились? Все равно же мы как-то стараемся же быть похожими на Иисуса Христа. Иисус Христос, ходя на этой земле, нигде не показал признаков гордости. Написано, как овца он был введен на заклание, как овца. Смирение овцы, наверное, ну, нету в этом мире таких, ну, животных. Когда она идет, она покорно идет на убиение, и она не возмущается, да? И вот все-таки, что ж такое гордость? Есть ли у нас что-то такое, может быть, подобие гордости? Или, как Писание говорит, оставив даже остаток злобы. Ну, вроде бы злобы нету, да, мы же добрые все, стараемся, да. Ну, где-то там что-то прячется. Вот написано, да, в Писании: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Христос освятил нас, простил нам, да, мы начали эту новую жизнь, но иногда мы удивляемся, так, откуда это взялось? А где же оно там прячется? И вот что интересно, вот, это все проявляется только в таких благоприятных условиях, да? Когда вот написано, да, что когда берет хозяюшка закваску, да, она же не заквашивается сразу, вот дрожжи у нас лежат годами в холодильнике, да? Ничего же не происходит, но потенциал остается. Чуть-чуть где-то благоприятные условия, немножечко тепла, немножечко добавил, и пошло брожение. Так же самое и гордость. Мы можем ее так хорошо завуалировать, спрятать, но рано или поздно это все проявится. Так вот, я думаю, что прежде всего желательно бы так проверить. Здесь написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я думаю, можно так поверхностно немножечко вникнуть и посмотреть, Бог к нам противится или нет. Ну, мы скажем: да нет, вроде все хорошо. Хорошо, а как близко мы с Богом? Когда мы последний раз приближались так к Господу в наших молитвах, что мы чувствовали, я не говорю сейчас просто о чувствах, каких-то переживаний, там, мурашки, внутреннее удовлетворение от того, что Господь доволен тобою. И гордость может быть какой-то, по нашим христианским стандартам, это негативное что-то. Но вообще это позитивное чувство, когда нас переполняет чувство гордости от того, что, скажем, у нас, ну вот, ребенок наш раз там сделал что-то правильно, хорошо, открыл там дверь там тебе или еще кому-то, когда твой ребенок взял и поступил вот как ты его учил, и тебе кажется, и тебе так немножко тепло становится, да, это мой сын, да, там, моя дочь, стараемся же, учим, да, это плохое чувство или нет? Когда мы удовлетворены, мы довольны, да, это мой сын. А когда твой сын начудит и что-то такое сделает, ты думаешь: теперь все думают, что я плохой папа. Ну, не учил же, не научил. И это, на самом деле, это позитивное чувство. Я думаю, оно стает негативным при определенных условиях. Об этом я как бы и хотел бы поговорить. Так вот, гордость – это прежде всего завышенное мнение о себе, чрезмерно завышенное. Ну, по идее, человек, творец, венец творения Божия, ну, куда же еще выше, по идее? Ну, по идее, мы же цари, священники, ну, как тут можно еще выше о себе думать?
Если ты чуть ниже уже опустился, то, ну, вроде как, это же не гордость, да? Но, смотрите, здесь я вот так взял и почитал. Здесь написано: завышенное мнение о себе, побуждающее смотреть на окружающих, как на низших. Вот здесь и начинается проблема гордости. Если это просто мы, как бы, так сказать, называем вещи своими именами, и мы говорим, Христос говорил, я Сын Божий. В этом не было гордыни или еще что-то. Он назвал вещи своими именами. Я Сын Божий. Во мне нет греха. Я творю волю Божию. Он не приукрасил. Он не сделал вид такой надутый. Он назвал, как есть. Он назвал положение вещей, каким оно и являлось. А вот уже те люди, которые его окружали, смотрите, как они. Мы не от прелюбодеяния рождены, одного отца имеем. Сначала его сами осуждали за то, что он говорил, что он Сын Божий. А потом сами же все-таки говорили, да, мы тоже дети Божии. Ну а за что вы осуждали Иисуса, если вы то же самое говорите? Но проблема в них была, как притча, которую сказал Иисус. Зашел священник помолиться. Господи, благодарю Тебя, что я... Действительно, он перечисляет какие-то достижения. То, что они достигали, оно как бы было, можно так сказать, достойно похваления. Он и это делал, и десятину платил, он там, ну, добрые какие-то, может быть, дела. И мы сейчас тоже можем этот списочек быстро составить. Я в церковь даю, я и нищим помогаю. И Иов говорит, что я был глазами слепому. И мы, как христиане, как люди верующие, мы можем этот список составить и говорить, я же все это делаю. Это все хорошо, это прекрасно. Это дает нам, как бы, ну, право, что ли, чувствовать какое-то удовлетворение. В этом нет ничего плохого. Писание говорит, что вы, прилагая к этому все ваши старания, покажите вере вашей. Если в это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Это все прекрасно, это хорошо. Но что получается? Что я это делаю, а тот человек, я вот такой... Благодарю тебя, что не такой, как этот мытарь. Он вот этого не делает. Вот они курят, пьют, они там еще что-то делают. И мы этих людей в своих глазах опускаем, а сами возвышаемся. В этом и является грех гордости. Само чувство это и сами мысли эти, которые приходят, они не несут в себе зла до тех пор, пока ты не возвышаешься над людьми. Пока ты не унижаешь этих людей. Потому что на самом деле, ну, чем можно так вообще хвалиться или гордиться? Вот чем люди вообще вот так, ну, приходят такие чувства гордости, да? Есть, не говоря уже о том, если они там возвышаются над другими или не возвышаются. Чем можно гордиться в этом мире вообще? Ну, пока, наверное, помоложе, люди гордятся своим видом. Пошел в джим, покачался, там мышцы так поправил, и все, и он уже идет, и он уже не так, как все ходит даже, у него же больше есть, чем у всех. Если она там диету соблюдает, и она такая красивая, она даже так разговаривает. Это человека приходит, пока помоложе, есть такое, да, и человек гордится этим, как вроде он чего-то достиг. Но на самом деле Писание говорит, у Якова в этой же книге написано, что-то как цвет на траве. Сегодня есть, а завтра раз, и нету этой красоты. И уже старенький, сморщенный, и уже нечем и хвалиться. Может, там еще какие-то что-то осталось, но на самом-то деле чем гордиться? Что тут такого? Во-первых, чего ты тут достиг? Это же все по-любому от Бога. И Иаков в первой главе своей говорит так, 16-17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше». А с 16 стиха написано: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». То есть, если мы этого не понимаем, мы просто обманываем сами себя. Если мы думаем, что мы чего-то достигли, как, помните, Навуходоносор, не этот ли величественный Вавилон, который моя рука... Он это присвоил себе, что он захватил мир и все... А Бог говорит, неразумный, это все у тебя заберется. Если бы Бог не дал ему, ничего бы он не смог сделать.
Если бы Бог забрал дыхание его жизни, он бы так же, как и все, умер, и ничего от него не осталось. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, нисходит свыше от Отца Светов, у которого нету ни изменений, ни тени перемен. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Даже наши, так сказать, христианские достижения, они опять-таки, это все в Господе. Первое послание Коринфянам, в первой главе, в конце написано, «Он сделался нашей праведностью, нашим освящением». Если и есть у нас причина иметь какое-то чувство удовлетворения, собственного достоинства, то оно зиждется, несомненно, и полноценно только в нем, только то, что он для нас сделал. Поэтому как-то возвышаться и возвеличиваться и в своих глазах, ну, если только похвастаться Богом, если только воздать Ему хвалу и сказать, Господь, это Ты во мне сделал, сам я ничем не способен. Лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. Самые лучшие из нас оказались ничтожными, недостойными. Чем еще можно гордиться? Имуществом, да? На крутой машине приехал, там дом построил себе, замок, да, повыше, получше, поудобнее, работу какую-то имеешь хорошую, да, и ты вроде лучше, как все. Ну, этот человек, что он там работает, в апартменте живет, и в наших глазах этот человек опускается, и подчас даже я знаю, что мы все об этом можем думать, вот я просто свои мысли как бы скажу, вот у меня есть далекие родственники, то у них в семье вот все вроде как-то более-менее устроены, они почти все в Америке выросли. А вот один из них как-то так, у него работа какая-то там, долларов 10-15 получает, там что-то возит каких-то людей, инвалидов или что. И ты так думаешь, ну чего-то человек в этой жизни достиг. И оно вроде бы как бы в глазах, этот человек начинает уже так, как бы ты смотришь на него, и но это же на самом деле не играет роли, во-первых, чего ты достиг. Мы наги пришли сюда, наги уйдем. И ничего мы здесь не возьмем с собой, ничего. И все то, что мы имеем, по воле Божией, оно может измениться во мгновение окна. Пожар, потоп или еще что-то. Ты думаешь, что ты застрахован, ты думаешь, что все, мы в Америке живем. Но это все может пропасть. Единственное, что ты можешь, с чем остается, это с жизнью. Со своей, если Бог продлит ее. Но вот это все, разве стоит в этом как-то гордиться или унижать человека, что он, может быть, не одевает фирменную какую-то одежду или еще что-то? На самом деле это, ну, я не знаю, я здесь как-то в Мидвест не замечаю такого, а вот туда, поближе к большим городам, люди как-то болеют этим, и остаются, задаешься вопросом, почему? Зачем? Какое? Непонятно вообще. Не дай Бог, чтобы мы начинали гордиться тем, что там мы имеем какие-то там вещи или еще что-то. Знание, может быть, да, там отучился, и он уже все, у него уже и лексикон не тот, и ты какой-то простачок, может быть, ты не понимаешь, а он уже умный, он же философские речи толкает. Я с некоторыми разговаривал, и он на тебя смотрит, как, что ты там понимаешь? Да что ты знаешь? В основном это между элитой происходит. Ну, я к чему это говорю? Что было бы хорошо, если бы мы себя проанализировали, посмотрели, какое у нас положение вещей лично в нашей жизни, чем мы гордимся, чем мы хвалимся, что как бы нас восхищает, да? Вот, чтобы нас обрадовало, что нас как бы вот это, такие чувства приносит. Когда наши дети, вы помните вот эту сказку, не сказку, рассказ, притчу, да? Когда три матери стоят, и вот один сын там, одной из них, он там что-то крутит колес, это сальто там всякие делает, прыгает, скачет, и мать стоит, о, это мой сынок, как он красиво пляшет, ух, прямо молодец, как он красиво эти трюки делает, ну просто супер. А другой сын там пел как-то красиво, так, по-моему, да, если мне память не изменяет. Он так, как запел, ну, прямо расплачешься. И мать такая довольна, как хорошо. А третий сынок подбежал, взял у мамы ведра с водой и побежал. И вроде и хвалиться нечем, да, вот так вот, не поет, не это. Но он матери помог.
Кто из них как бы почтил мать? Хотя ему вроде бы как бы ну, ничего не достиг такого необычного, но зато мать свою любит. Поэтому хотелось бы, чтобы мы ценности наши, чтобы наши ценности, они были действительно в ценном, а не в этом временном каком-то надутом. Так вот, есть еще такое положение. Есть гордость, которая явная, которая на лице написана, там, одежда, там, такое видимое. А есть гордость, которая скрытая. Хотя я скажу, что явная гордость, она тоже обманчива. Иногда бывает, что человек кажется, что гордый человек. Так, к нему не подступишься, да? Ну, это может быть просто осанка такая у него, я не знаю. Я встречал таких людей, что он выглядит, что он как вроде... Мне так кажется, я так думаю, что я тоже один из них, не знаю. Так мне говорили, по крайней мере. Ну, я не знаю, неохота думать, что ты гордый. Это такое, как негативное, естественно, качество. Ну, может показаться, что человек действительно гордый. Или просто человек молчит, серьезный, и кажется, ну, гордый. Но это обманчиво. Не всегда оно так. И не всегда. И у нас такая поговорка была. Встречают человека по одежке, а провожают по уму. Было бы хорошо, чтобы мы как-то быстрее переходили к этому, к уму. Чтобы мы о человеке не думали просто поверхностно. Чтобы наши познания, наше мнение о человеке основывалось прежде всего на то, кем этим человеком, человек этот является. И вот подчас... человек там может там расстраиваться или вот обижаться, там, что вот его критикуют там, или еще что-то. Но прежде всего мы о человеке как думаем? Прежде всего по его поступкам написано, как дерево познается? По делам. Ну, если на тебе растут плохие плоды, ну, чё ж ты обижаешься, что там тебя, на тебе плоды не срывают? Ну, они никуда не годные. Ну, может, кто-то по незнанию сорвал, попробовал, и потом уже ты не будешь его кушать. Пока не забыл, хочу сказать, прежде всего, недавно, не так давно, брат Ваня проповедовал про обиду, я просто хотел такую мысль сказать. Это очень хороший показатель. Вот обида – это первый признак гордости, несомненно. Если ты почувствовал в своем сердце обиду, это значит, в тебе зашевелилась гордость. Она так зашевелилась, не позволь ей взять контроль над тобою. А люди потом начинают годами жить в обидах. И, они возгревают эту обиду. Они ее поддерживают. Ну, незаслуженно же обидели. А почему именно тебя обидели? А что ты им плохого сделал? И все. И человек теплит и подогревает ее, подогревает эту обиду, подливает туда масло, как говорится, в огонь. И вроде как уже... Я как-то пытался помирить двоих человек. Ну как? Ну так. Они просто близкие ко мне люди. И как я только не пытался. И все вроде как, да, все хорошо, прекрасно. Проходит какое-то время, все всплывает. И все то, что забыто, вроде все уже так хорошо было, так прекрасно. Мы забыли, простили. Самое то, что когда-то давно было, вспоминается, опять приносит, а вот ты вот так сделал, ты вот так сделала, и пошло, поехало опять. Обида – это первый признак гордости, я так думаю. Потому что мы, как христиане, мы не можем обижаться, потому что мы знаем наше предназначение, как христиан. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Мы знаем, что мы не из этого мира. Мы знаем, что мы умерли. Мы мертвые. Как можно мертвого человека обидеть? Если мы умертвили свои похоти, да? Если это все мертвое, как его можно обидеть? Невозможно. Поэтому, если появляются в нас чувства, какие-то обиды, я считаю, что это для нас, для того, чтобы мы обратили внимание. Значит, есть где-то остаточек, надо его задушить. Надо его убить, надо его разрушить, чтобы не было. Чтобы мы с каждым днем более и более становились похожими на нашего Господа Иисуса Христа. Но есть еще скрытая эта гордость. И даже можно так сказать, ну вы знаете, противоположность гордости – это смирение. Смирение. Если человек смиренный, он не может быть гордый. Он не может в себе иметь противоположные качества. И бывает такое, что, как Писание говорит, дьявол принимает вид ангела света.
И человек, он смиренный до такой степени, что там гордыня уже выше небес. И такое бывает. И хотелось бы, чтобы мы не попали под эту категорию. Если мы только все наше стремление и наши усилия делаем для того, чтобы создать вид смирения, или когда к нам приходят чувства такие, опять, как вот этот фарисей, да? Благодарю тебя, что я не такой гордый, как все, но я смиренный, я молюсь, я пощусь. Ну, что-то уже как-то немножечко пахнет гордостью, я думаю. И оно опять-таки к этому же и относится. И в конце я хотел бы как бы пару примеров привести. К чему может привести гордость вообще? Мы знаем эту историю из Священного Писания, когда Авессалом восстал против Давида. Он восстал против Давида, и у него, у Давида, был советник Ахитофел. И о нем написано, что его совет считался равным совету Бога. Вот если нужен тебе был совет, и ты пошел, Ахитофел сказал, то уже это считалось как ответ от самого Бога. Он был настолько умный, разумный, интеллектуальный человек. Его советы, они действительно были очень разумными. И вот этот человек дал совет Давиду. И по сути дела, это был коварный совет, но он был с военной точки зрения, был очень разумный. Авессалому, да. Ну, по отношению Давида, да, он дал совет. Он говорит, сейчас возьми и пойди, и у тебя есть возможность, наведи, как у нас говорили, куй железо, пока горячо. Твой отец, он с детьми, все, ты сейчас пойди, и ты разбей их. А друг Уси, да, он сказал, Давид его так и сказал, ты пойди, и ты разобьешь совет Ахитофела. Он сказал, ты знаешь отца своего и людей с ним, которые они смелые, отчаянные. Если ты пойдешь воевать с ними сейчас, и они убьют нескольких из вас, поражение какое-то нанесут, то у всего Израиля просто опустятся руки, потому что все знают, какой смелый твой отец. И Авессалом принял совет друга Давидова. Но на самом деле, я так подозреваю, и мне так кажется, что если бы Авессалом послушался все-таки бы Ахитофела, то он был бы, умел бы успех. Я думаю, что он бы разбил Давида. Но он не послушался. И Ахитофел взял, пошел к себе домой, зашел в свой офис, написал завещание, не знаю, там, может быть, заверил у нотариуса, и удавился. Его жизнь потеряла смысл. Его совет не приняли. Его унизили. Его понизили в должности. Он теперь... оно как-то вроде бы нелепо, но вы представляете, какое вот это... И в него чувства были. И это все было связано с его гордостью. Не сколько, сколько как бы с мнением людей о нем, потому что если мы читаем, скажем, про Иова, о нем тоже подобные вещи говорились. Когда Иов приходил к воротам, и если что-то говорил, то все уже молчали. Дальше рассуждать уже не нужно было, потому что Иов, он был настолько умный и разумный, что он освещал определенный вопрос досконально, и уже там дальше не нужно было рассуждать. Но эта гордость... его не разрушило. Еще один пример я хотел бы сказать, уже как бы с личной жизни. У меня так была история такая, я не буду имен называть, но я думаю, что в этом, может быть, будет какая-то польза нам. Как-то в церкви один человек, один брат, как бы обидел, унизил другого брата. Другой брат этот был служитель. И вот этот брат-служитель, он решил, что нужно же теперь этого брата поставить на место, потому что он при всех на воскресном собрании всячески его критиковал. Там. Я не хочу во все подробности входить, но это было со стороны этого человека было очень неправильно, неуместно, неразумно, глупо, неадекватно. Ну,
Я по своей, у меня так Таня говорит, ты вроде, моя жена, говорит, у тебя вроде нос маленький, но ты бывает суешь его там везде, где тебе надо, не надо. Ну, я придерживаюсь такого принципа. Если, скажем, мне пришла какая-то мысль сделать какое-то дело или сказать, я порассуждав сердце своем, порешал, что это нужно сделать, то я это делаю. Позже я могу пожалеть об этом, да, но я не жалею о том, что я сделал, потому что если Бог меня к этому побудил, Бог, там, разум или еще что-то, зачем мне об этом жалеть, если я посчитал, что это нужно сделать? В прошлом жить нету смысла, надо жить в будущем. Я просто позвонил ему, говорю, брат, ты знаешь, у тебя есть сейчас очень, очень такая хорошая возможность показать нам всем. Вот мы овцы, да, мы паства, да. Покажи нам, как нам поступать, когда нас обидели, унизили, может быть, оскорбили. Покажи нам на деле. Это будет очень хорошо. И ты подымешься в своих глазах. Я почему и позвонил, потому что я заметил, что он не собирался этого делать. Он собирался все-таки над всем подставить точки, этого человека поставить на его место. И в конце концов он так и сделал. На членском собрании они этого взрослого человека так разбирали, как мальчишку какого-то. И что он должен был от каждого свое слово отказаться, отречься. И дословно такое. Мне было так неприятно слушать это все. И в конце концов, когда этот, ну, которого разбирали, он вышел на улицу. И мой брат спрашивает его. Говорит, ну что, как? Или как-то это позже было. А он потом просто говорит, ну что, кесареву кесареву, а Божий Богу. Им нужно было это отдать. Я отдал. Попросить прощения? Попрошу прощения. Но он не изменил своего мнения. Ничего не произошло. Ничего этот человек не добился тем, что он над всем подставил точки. Ничего. И я думаю, что это тоже признак гордости. Если мы хотим быть христианами, то мы должны быть христианами во всех сферах нашей жизни. Мы должны во всем, во всех наших действиях, мы должны показывать, что мы учимся у Иисуса Христа, что мы Его последователи, и наше желание и стремление, чтобы мы поступали в этом мире, как Он. Христос, Он, Ему было чем гордиться. Он, все это Егоное было, но Он принял образ раба, Он принял образ раба, самого ничтожного, для того, чтобы совершить наше спасение. Пусть каждый из нас вооружится этой мыслью. И если в нашем сердце теплятся вот эти мысли какие-то, чувства собственного удовлетворения, и они не переходят в славу, в хвалу Богу, то это очень опасное положение вещей. Оно нас будет разрушать, оно не будет нам позволять двигаться вперед. Мы никогда не сможем приблизиться к Господу, потому что Бог гордым противится. Он будет противиться не потому, что Он сам по себе гордый, потому что Он невозможно сблизиться, как магнит, да? Невозможно. Он бы хотел приблизиться. Иисус, когда пришел к Иерусалиму, Он заплакал и сказал, «Иерусалим, Иерусалим, как я хотел тебя собрать, как птица птенцов. Я хотел, но ты не восхотел, ты воспротивился». Если мы начинаем гордиться, если в нас появляются эти чувства, Бог не может нам не противиться. Поэтому дай Бог, чтобы у нас все это было на своих местах. Давайте мы помолимся, чтобы Господь помог нам находиться в положении смирения. Аминь.